Приветствую всех у себя на канале. В этом видео мы будем делать, как говорится, две блесны из ложки. На YouTube, конечно, есть много видеороликов на эту тему, но мне как-то надо свой блеснопарк пополнять. У меня же есть плейлист про ложи на спину, поэтому будем делать блесна. Покупать не будем, будем делать самодельные. Будем делать из такой стальной ложки, точнее нержавейки. Я уже заранее натернил отверстие. Во всех видеороликах, как говорится, обычно всегда сразу отпиливают, а потом сверлят отверстия. Я же сначала, как говорится, просверлю отверстие уже в готовой ложке, а потом просто-напросто отделю ручку от самой ложки, как говорится. Потому что, во-первых, это можно сделать без тисков, то есть гораздо удобнее держать, например, да, и второй рукой просто просверлить. Хотя у меня есть тиски, но я покажу, как это сделать без тисков.
общем, после обработки у меня получилось вот две такие блесны. Первая, вторая. Блесна, которая не имитирует рыбку при движении, остается куском металла для рыбки. То есть, как бы красиво вы ее не красили, как бы красиво не шлифовали эту блесну, то есть, как долго бы не шлифовали для рыбы, она все равно остается куском металла, тем более и не менее. Вот. Я это, сейчас это про самодельные, так сказать, блесны, то есть, если блесны рыбку не имитируют, то в воде ловят на ней, то есть, на рыбалке ловят на ней, в принципе, и не будут никогда. Мы раньше делали в Союзе из этих самых из ложек, много перепортили, много перетопили этих ложек в реке, когда особенно учились, когда я учился ловить еще на инерционные катушки, вот. И помню, ну, из ложки можно было сделать много блесен, поэтому я и делал, и из нержавейки, из алюминиевых. Ну, естественно, и утопил тоже не маленько. В реке Сухана, в реке Двина моих ложек много. Ну и ложечка. В общем, нужно будет их пробовать, тестировать. Ой. Это, как говорится, у меня теперь на две блесны стало в моем арсенале побольше. Будем продолжать блесны изготовлять, нужно арсенал как-то увеличивать всеми известными способами, известными и неизвестными. В общем, всем спасибо за просмотр. Если вам видео пригодилось или понравилось, подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Оставляйте какой-либо комментарий под этим видеороликом на тему самых самодельных блесен. Всем удачи, всем пока.